Несколько минут назад мир кинематографа повергла в шок трагическая новость. Актриса театра и кино Ольга Когут скончалась в Киеве на 54-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Национального академического драмтеатра имени Леси Украинки. Как сообщают СМИ, в некрологе говорится, что новость о ее внезапной смерти повергла всех в шок. Сотрудники театра принесли соболезнования дочери и матери покойной актрисы. Также в сообщении говорится, что Ольга Когут была одной из главных актрис своего театра, прекрасным партнером, актрисой с большой харизмой, талантливым человеком, не успевшим реализовать себя в полной мере. В кино она играла не очень часто, обычно это были эпизодические героини в отдельных сериях российских и российско-украинских сериалах. «Возвращение Мухтара», «Утесов», «Песня длиною в жизнь», «Доярка из Хацапетовки» и другие. Всего в ее фильмографии около 50 ролей. Ольга Когут родилась в УССР, окончила Донецкое училище культуры по специальности режиссура драматического театра и выступала в Донецком областном музыкально-драматическом театре. Позже она также окончила и Киевский институт театрального искусства имени Карпенко Карага. Сниматься в кино Ольга Когут стала в 90-е. Выражаем самые искренние слова соболезнования родным и близким актрисы. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!